Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаваном Манам Ванша-калпатару-васа кипасиндабхевачу Патитанам павунебхавайшнабхибхьо намо намаха Мукам кароти вачалам пангунглам хайтагирим Ят кипатам ханбанде парамананда-мадавам Бриндавай-тулси-дебхай-пиявай-кесава-сача Сна-вакти-пади-деви-саттва-ваттвай-намо-нама Нараяна-намаскритта-нарунчайва-нараттамам Девинсварасватинг-вясам-тато-жайо-дире Саңкитане-кришна-катхо-падеше Гаурия-патрашва-пракасанеча Садануракта-гуру-бхакти-юкто Бхакти Прамадакша Джагод Баруну Дейям Сада Парибхавагна Мабишчадухам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Витаттихам Панатапалла Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Ят-пад-паллавана-качандамани-чатая Висвуржи-дагмапи-габавадушвадарши Пурна-нурагра-сасагра-сарамурти Сарадхи-камай-кадан-кипам-каруш Шри-кришна-чайтанна-прабху-нитта-ананда Сиаддайта-гададхара-сива-садихи-гаура-бхакта-винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужоу канука бадату Санкетанайкапитару камала ятакшо Вишамбару дижавару джугадхарма пало Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин Джамуктин Чадада Синитам Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибужи Тобам Бхагам Нараяно Прияманго Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджаша Бадане Лакшми Риджасача Бхакшаси Ясясте Хиде Самбид Вам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама.
Рама Рама Хари. Нискинчанасша Бхагавад Бхаджанан Мукхасша Паранг Паранг Джигамиша Бхавасагарасша Сандаршанам Бисаянам Ато Стринам Пивишанам. Нискинчанасша Бхагавад Бхаджанан Мукхасша Паранг Паранг Джигамиша Бхавасагарасша Сандаршанам Бисаянам Упи Ясиданамчо Хаханто Хаханто Биша Бхакханатто Упи Асадху. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур, Джагат Гуру Прабхупад told, мы, Шрила Прабхупад сказал, что мы должны избавиться от всяких привлечений и отвращений в этом материальном мире. Мы должны выбраться за пределы этих привязанностей и отражения, отвращения. Все, что привлекает или противно нам в материальном мире, мы должны избавиться от этой, произойти это. То есть не привлекаться и не отвращаться от чего-то. Такого в нашем сердце не должно быть, поскольку это против Хари Бхаджана. И вот в начале всего мы должны избавиться от влияния этих факторов привлечения к чему-то или отвращения от чего-то. Это наша первая цель. Хари Бхаджан. In front of Parikshit Maharaj, Srila Sukadev Goswami asking. Перед Парикшит Махараджем Шрила Шукадев Госвами спросил. Putting one question in front of Sukadev Goswami. И вот он спросил Шукадева Госвами: «О, Гурдев, обычно мы видим, что те, кто поклоняется Дурге, Кали Махадеву, they are getting so much riches. Они очень богаты, как правило, много материальных благ получают, но те, кто поклоняются Кришне, Парадпара Килешвара, они бедны. Почему так? И тогда Шукадев Госвами он ответил: «О царь, Хари, он вне этого материального мира, он за пределами всех этих материальных представлений. И вот Парахилешвар, Верховный Господь Бхагаван Шри Кришна, он пребывает в сердце каждого, как Параматма, Анирудха, Вишну, Кширадакашая Вишну. И он смотрит все на все. Даже если мы совершаем что-то необычное, но имеется в виду не оскорбительное, неправильное, внутри своей комнаты, где никто не видит, но все же Параматма, она видит нас, и она поймает нас на том, что мы делаем. И вот на самом деле Верховный Господь пребывает в сердце каждого, но внутри сердца Гуру и Вайшнавов Кришна, он чувствует себя свободно, он буквально отдыхает там. Конечно, Верховный Господь внутри всех сердец, но в пассивной форме. Такие обусловленные души не могут понять его, и Бхагаван Шри Кришна не чувствует себя хорошо там, поскольку эти люди, они что-то хотят, привлекаются к чему-то или ненавидят что-то. И я знаю, очень просто сказать вот эти слова. Эти слова очень просто повторить, но если глубоко погрузиться в это чувство,
то вы будете удивлены, это очень и очень редко. Такой саду, он очень редок в этом мире. Почему мы не можем принять всю сиддханту Шрилы Прабхупады? Поскольку все, что сказано перед нами, то есть, как если мы что-то услышим и сравниваем это с нашим прежним опытом, и если мы не находим ничего, что похоже на наш прежний опыт, то мы думаем, что это плохо. Что хорошо, что плохо, мы вот так судим. И мы обусловленные души, и вчера я уже сказал, Шрила Прабхупада также сказал, что обусловленные души так или иначе своими собственными попытками никогда не могут достичь абсолютного блага, это невозможно. Мы должны буквально продать свою голову лотосным стопам чистых гуру вайшнава, чтобы достичь стопроцентного успеха в этой жизни. Конечно, если у вас есть какие-то другие цели, я не говорю об этом, но одно правильное то, что если вы заявили о себе как о пациенте, но имеется в виду, как о больном, которому нужно излечиться от чего-то. А если вы не признаете, что у вас есть какая-то проблема, которую надо решить, то зачем вы тогда приняли прибежище у Гурдева? Это лицемерие. И те, кто хотят спастись с этого обусловленного состояния, от майи, они должны буквально продать свою голову лотосным стопам Гуру Вайшнавов. Они должны полностью предаться им, и после этого, когда Гуру Вайшнава, они даруют лекарства. И вот когда вы признали себя больным, и Гуру Вайшнава, если они дают вам какое-то лекарство, вы говорите, что оно слишком сладкое, слишком горькое, или слишком кислое, или еще что-то. У нас на самом деле нет права судить о том, что Гуру Вайшнавы дают нам в качестве лекарства. И вот они дают лекарства согласно нашей проблеме, и если у нас есть стопроцентная вера в Гуру Вайшнавов, зачем мы что-то подозреваем и, ну, имеется в виду, что не верим им, не верим в действенность их лекарства. Вчера я говорил о том, что до тех пор, пока мы не почувствуем огромное влечение, не какую-то материальную любовь, а материальная любовь, она материальная. И как материя и антиматерия, они не могут существовать вместе. Первое, у нас первая болезнь, то, что мы всегда хотим как-то связать трансцендентное и материальное. Это наша хроническая болезнь. Мы всегда хотим вот это все сопоставить, духовное и материальное. И вот это наша хроническая болезнь. И термин такой даже есть – чит-джоро-самонья. И мы должны избавиться от этого, от этой склонности материальное и трансцендентное смешивать. И вот вначале всего вы должны спросить себя, что действительно вы хотите обрести Кришна-бхакти. Действительно, то, что это очень и очень редко. Кришна-бхакти. Кришна хочет отплатить вам, если вы какое-то служение для Кришны совершаете, Кришна хочет отплатить вам. И все, что вы делаете, Кришна, он хочет отплатить вам за это. Но Кришна не хочет даровать бхакти, который является наидорожайшим сокровищем.
Так или иначе, Кришна может даровать мукти, но Бхакти Кришна не хочет давать, поскольку это очень редко. Если Кришна даст Бхакти вам, то если вы обретете это Кришна Бхакти, то тогда Кришна, он будет, он будет слушаться вас, буквально будет под вашим контролем. И это, хотя мы знаем, что Кришна, он сарат. Савигья сарат. Вы не должны, вам не нужно сообщать Кришне, что где происходит. Кришна и так все знает, поскольку он вездесущий, всезнающий. Кришна, он даже знает все, что на... Все, что происходит, Кришна знает во всей Вселенной. Кришна все знает. Если мы чувствуем какое-то влечение или отвращение, то это очень опасно. И в этом случае мы не сможем сконцентрироваться на Харибаджане, но, конечно, я знаю уже, об этом я много раз обсуждал. Ваш ум, он думает о многих вещах, бесчисленные вещи в вашем уме, вы не можете контролировать свой ум, в этом главная проблема. И первый совет Шрилы Прабхупады, то, что вы должны очистить свой ум. И эта процедура очистки ума должна совершаться через трансцендентную Харикатху и Харикиртан из подлинного источника. Это первый совет Шрилы Прабхупады, поскольку если вы не избавитесь от влияния майи, как вы сможете начать Харибаджан, поскольку Харибаджан, если вы свои анардхи, недостатки внутри вашего сердца вы сохранили и пытаетесь совершать Харибаджан, то это невозможно, но так или иначе вы практикуете, так и станете успешными в какой-то день. И вот так много всяких подвешенных, как в воде можно найти какие-то мусор, это не мусор, а если под микроскопом рассмотреть, много всяких бактерий плавает и прочих вещей, также в нашем уме. И поэтому мы вначале всего должны очистить свой ум. И после этого, после того, как должная процедура очистки совершена, то мы можем начать Харибаджан. А с анардхами Кришна Баджан невозможен. Когда мы развиваем какую-то враждебность кому-то или огромную любовь к кому-то, вы можете видеть, что день и ночь вы делаете что-то, но ваш ум, он там. И Махапрабху, он такой пример привел. Махапрабху такой пример приводит. Благочестивая женщина, она очень хороша, целомудренная женщина, мы хотим быть тоже таким примером в Бхагаватам. Описывается, что наш ум, когда мы обретаем чистое бхакти, полную милость Гуру Вайшнавов, то тогда ваш ум, он становится буквально целомудренным. So chasti mind, matim satim jachati vasudeve, it is written in Bhagavatam. И вот в Бхагаватам говорится, сати-мати, вот в этом стихе, значит, если этот вопрос сати-мати возникает, что это значит? Сати-мати,
When your mind is, you know, chasti mind, mati, that is good. But when your mind is not pure, that it is asati mati. И вот когда наш ум чист, он сати мати называется, а не чист, а сати мати, то есть он не целомудрен буквально. И вот таким образом, если вы чувствуете влечение или отвращение, как я могу пример привести, как Камса, все время он думал о Кришне, это хорошо. Так или иначе, для нас это неблагоприятно, но Нарада говорит, о царь, так или иначе, ты должен думать о лотосных стопах Шри Кришны. Я не говорю, что вы можете совершать баджан, как Камса, это неправильно, но Камса, он думал, что Кришна убьет меня, все время думал об этом, думал о Кришне, о том, что Кришна убьет его, и таким образом он думал и постоянно о Кришне, но, хотя в негативном ключе, но он Кришна. И вот и Нарада Махарадж сказал, хорошо, по крайней мере, хотя он ненавидит Кришну, но он думает о нем, и это хорошо, то, что, по крайней мере, он думает о Кришне, но мы не можем следовать такой процедуре. Будьте осторожны. В один день я буду говорить о... Я вот о Пратикуле и... то есть о благоприятном и неблагоприятном для преданности Махарадж уже говорил. У нас есть много материальных вещей в уме, что мы не можем все помнить, поскольку когда наше сердце и ум они находятся в гармонии, если наше сердце в одну сторону идет, а ум в другую, это плохо. А когда они находятся в гармонии, то это очень благоприятно. И вот если вы развиваете какое-то влечение к материальным объектам, это очень опасно, и вы не сможете совершать харибаджан. И вот это наставление Шрилы Прабхупады, что в начале всего, но мы не готовы принять это лекарство, в этом главная проблема. Мы часто гневаемся на Шрилу Прабхупаду, Бхактивинода Такура, чистых гуру Вайшнавов. Джаганнатха Дас Бабаджи Махарадж говорит, что мы очень неудачливы. Те чистые гуру Вайшнавы, они всегда пытаются, они думают, они ищут наше подлинное благо. И говорят много харикатхи, а мы думаем, что они наши враги. Джаганнатха Дас Бабаджи Махарадж говорит, что мы очень неудачливы. Те чистые гуру Вайшнавы, у них нету никаких корыстных интересов. Если какой-то Махарадж вот говорит очень... А Махарадж пример приводит, что некоторые банщики, которые очень сладко говорят, выражают почтение всем подряд, вне зависимости от их заслуг, но и становятся очень популярны, но подлинные гуру Вайшнавы, сколько всего они приносят жертву ради нас, они не думают о своей славе, о своем положении. Они говорят просто об абсолютной истине, не думая, что, не задумываясь о последствиях. Или и даже знают, что люди нападут на них, но все же они никогда не обманывают людей, они говорят только правду. Пример Махарадж с матерью приводит, что если мать никогда не даст ребенку съесть какой-то яд, к
как бы ребенок не просил, она все равно заберет этот яд. И такая же обязанность у Виша Вайшнава Раджа Сабхи и Гауди Мадха. Каждый участник Виша Вайшнава Раджа Сабхи, у него есть такая обязанность. Они все хотят спасти нас от неминуемой опасности. И много раз я говорил раньше. Что за гуру? Что за гуру вы приняли в своей жизни, который делает вас более слепым? И вот некоторые гуру, они только ослепляют своих учеников, чтобы они не смогли ничего видеть. И такие глупые ученики не имеют даже здравого смысла, чтобы отличить обманщика от подлинного гуру. И вот они видят, подлинные гуру Вайшнавы, они видят весь мир в связи с Кришной, поэтому они любят всех. Они видят, что каждое создание в этом мире, оно связано с Кришной, и они чувствуют и видят, что Кришна в сердце каждого, и поэтому вот в Рай Рамананда Самвати, вы знаете, когда Рай Махашай сказал: «О Господь, не обманывай меня, что я вижу? Я вижу, что ты, Враджендранандан, обнимаешь Радхарани, и сейчас ты стал таким, как прежде». А он, Махапрабху, ответил: «А ты великий преданный, ты куда бы ты ни смотрел, ты видишь Радха Кришну, поскольку это твой поклоняемый Господь». А он сказал: «Нет, не обманывай меня, скажи, кто ты есть на самом деле». И Прабху сначала хотел обмануть буквально своего преданного. Кришна, он хочет обмануть нас, скрыв свою истинную форму. И гуру Вайшнавы, они тоже могут обмануть нас. Но когда они видят, что у нас есть огромная любовь к гуру Вайшнавам, и тогда они буквально откроют нам свое сердце, если мы примем их, и тогда мы увидим, что они просто действуют на показ, чтобы их не беспокоили. И если они видят нашу подлинную любовь, то подлинное влечение гуру Вайшнавам, то тогда они не смогут избежать нас, как Сундарананда Тхакур. И вот и там был один Гасай. И вот он пришел к Гоу Кишордас Бабаджи Махараджу, поклонился. И вот он пришел, сказал, что хочет узнать Рагануга Баджан от Бабаджи Махараджа. Бабаджи Махараджа сказал, что сегодня не могу, завтра приходи. Завтра то же самое случилось, и так 7 дней вот этот товарищ ходил, а Бабаджи Махарадж все откладывал на завтра и на завтра. И вот у него терпение кончилось, и сказал, что что толку, тут хожу целую неделю, а у вас на меня нет времени, хорошо, я ухожу. И вот Бабаджи Махарадж засмеялся и сказал, что такие люди не могут потерпеть даже потерю какой-то копейки. И они приходят, чтобы узнать о Рагануга Баджане. Кто-то очень привязан к удобствам и очень хочет совершать Рагануга Баджан, но это не так просто и дешево сейчас. К сожалению, стандарт баджана очень упал. Шрила Прабхупад никогда не хотел опускать стандарт баджана. Он никогда не позволял этого. И вот если какие-то люди очень привязаны к различным материальным вещам и
и они приходят узнать о Рагану Габаджане. Бабаджи Махарадж так говорил и смеялся. И однажды что случилось? Ему доти подарили очень красивое, дорогое, какое, которое носят эти молодожены. И вот кто-то ему такое свадебное доти подарил. And coming in Sananda Sukadeva Kunja, in front of Bhakti Vyodhava laughing. What happens? Babaji Maharaj, what happens to you? Babaji Maharaj laughing and speaking. Now nobody can attack me. If I am going to talk with woman, you know, I can do anything if I like. Now nobody going to attack me. Now I am French card, dari, you know, beard and, you know, I'm, you know, like son-in-law. What Babaji Maharaj wanted to speak? И вот что Бабаджи Махарадж хотел сказать, то, что под именем Харикатхи и Харибаджана, если мы оскверняем эту намахату, то тогда никакой Парамахамса не может потерпеть этого. Он хочет отдать свою жизнь, как борец за свободу, он готов помереть за свою родину, то мы почему мы не можем отдать свою жизнь за наследие, за учение Шрилы Бхактивинода Тхакура, почему нет? И тогда что за посвящение, что за самопредание у нас есть? Мы не должны сомневаться в этом. То, что те чистые гуру вайшнавы, они по-настоящему парамахамсы, они настоящие парамахамсы, но когда у них есть их обязанность, ответственность за то, чтобы говорить харикатху, чтобы показать ачарон перед нами, они очень строги, что мы не можем даже потерпеть этого. Кто-то может сказать, что он не парамахамса, почему он говорит так, но Махарадж. Шрила Прабхупад говорит, это моя обязанность проверять всех моих последователей. Я говорю, если очень строго, сильно, а почему вы беспокоитесь, почему вы стремитесь к огню, вы критикуете, стремитесь попасть в вагон, вы критикуете кого-то, почему вы не смотрите за множественными своими ошибками. Это моя обязанность. Я действую как ачарья. И я, если должен ругать своих последователей, я их ругаю. А зачем вы на себя берете эту ответственность? Я не давал вам этой ответственности. Зачем вы на себя ее взваливаете? Чистые гуру вайшнавы, они могут находиться в любом уединенном месте и совершать там баджан. Даже они не хотят смотреть, что там происходит, что снаружи происходит. Они не заинтересованы в этом. Они погружены в свой баджан. И вот вайшнавы могут находиться внутри, в каком-то уединенном месте месяце, но когда у них есть обязанность говорить харикатху, смотреть, что происходит, контролировать ситуацию, которая происходит, это их обязанность, они в этом случае они говорят харикатху, и тогда мы не сможем сказать, что они критикуют кого-то. Даже после того, как они говорят какие-то такие тяжелые вещи, они не получают наказание, потому что их сердце, оно находится в гармонии, и они беспристрастны, они любят всех, всех и каждого. Но они говорят что-то, чтобы спасти нас от неминуемой опасности. Даже в шастре говорится, что тот гуру, он не гуру, если и те близкие и друзья, они не наши друзья, и отец, он тоже не отец, и мать, она не мать, и полубоги, они не полубоги, которым вы бестолку поклоняетесь, и муж, он не настоящий муж, то есть тот, кто не может спасти вас от неминуемой гибели, они не ваши
но не те, о ком вы думаете. И поэтому Гуру Вайшнавы говорят так. Мы всегда говорим вот о Шриле Прабхупаде так, что, ну, кто-то говорит, что Шрила Прабхупад, он критик, говорит очень жестко, без милости, не милостивый. А что такое милость, что вы думаете об этом? И вот суть о том, что вы должны помнить всегда, до тех пор, пока вы не развеете огромную подлинную любовь к Гуру Вайшнавам. И вот до тех пор, пока вы не разобьете подлинную, огромную любовь к Гуру Вайшнавам, то нет никакой возможности обрести Кришну. Во Вриндаване есть эти враджаваси, они говорят, шутя: «О, Махарадж, если я отрежу свою голову и отдам Кришне, и если Кришна появится перед нами, то это очень дешево. Если нам придется отдать свою голову лотосным стопам Кришне, Кришна и Кришна гарантируют, что мы этим обретем его, то это очень дешево будет. И вот смотрите, можно вспомнить, когда Мукунда, он ходил здесь и там, он очень любил Господа, и Господь наказывал его иногда. Он раздавал прему всем, и преданные, они спросили: а Мукунда почему не получил прему? Нет, Мукунда Сахаджи, он ходит здесь и там, и поэтому не получит прему. А если вы гневаетесь на Шрилу Прабхупаду, почему вам не гневаться на Махапрабху? Смотрите, даже Мукунда, он имеет огромную любовь к Гору Хари, но все же Махапрабху, он лишил его своей милости, поскольку он и с Сахаджиями общался, и с Махапрабху, и куда бы он ни шел, он везде пристраивался, менял свой цвет, как хамелеон. И вот он, Махапрабху, называл его Карджатией. Карджати, значит, иногда такие люди со смирением кланяются вам, просят спасти их, а иногда берут палку и бьют вас. И вот так, и это значение слова карджати, лицемеры буквально. И поэтому Махапрабху не принял его, но когда вы просили у Махапрабху пощадить Мукунду, он киртаны постоянно поет, находится с вами, и Махапрабху сказал: хорошо, через десятки миллионов лет я освобожу его. И Мукунда, когда узнал, он начал танцевать от радости. И Махапрабху спросил: почему же он танцует, о Прабху? Вы подтвердили, что через 10 миллионов рождений вы благословите его. И поэтому он очень рад. Да, у него такая сильная вера. Хорошо, иди сюда. Сейчас твои 10 миллионов рождений уже прошли. А почему? Поскольку время, место и пространство, оно контролируется Кришной. Вот раса лила, как долго продолжалась? Она продолжалась в течение Брахма-ратри. Невозможно подсчитать, насколько долго это было, но гопи думали, что это расалила проходит так быстро, как моргание глаз. И поэтому время, место и пространство, оно контролируется Кришной. И до тех пор, пока мы не разовьем такой огромной любви к Гуру и Вайшнавам, нет никакой возможности обрести Кришна Бхакти. Кришна Бхакти не так дешево, что кто-то может заниматься какой-то коммерцией в даме, обманывать людей, носить тилак и малу, но это все бесполезно. И вот в начале всего я уже сказал, влечение и отвращение не должны осквернять наше сердце. Материальное влечение и отвращение от чего-то, они не должны присутствовать в нашем сердце. Это первое.
то, о чем хотел сказать Шрила Прабхупада, и после этого я могу начать Харибаджан. Если мы не сможем обрести чистый Гуру Вайшнавов, то мы должны ждать это совет Шрилы Бхактивинода Тхакура. Шрила Прабхупад говорил, так называемая дикша, ложная дикша и подлинная дикша – это разные вещи. Насколько мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад никогда и не признавал, что какие-то сахаджии получили посвящение. Он спрашивал, если вы получили посвящение, покажите ваше дивьягьян, трансцендентное знание, дикшу. Вроде бы получили, но никакого дивьягьяна не получили. Как это возможно? Это вообще невозможно. И вот Кришна, он всегда часто обманывает нас. И Кришна, он не дарует нам бхакти. Но когда Кришна видит, что нам ничего не нужно от него, Кришна, он не какой-то торговец, мы не должны верить торговцам, может он ачарья или саньяс, или брамачарья одежду носит, или на каком-то любом другом положении, но торговцам мы не должны доверять вообще. Прохлад Махарадж говорит перед Нисимхадевом: «О Господь, он вот твой этот торговец, а не слуга. Торговцы могут служить Гурудеву, но а как это обнаружить, если мы не имеем таттва-гьяны? Я, сидя на Вьясасане, я могу пообещать то, что Гауди Сиданта, я имею в виду Сарасват Гауди Сиданта, она настолько тонка, настолько высока, что я чувствую себя неудобно, говоря перед вами, никто не может понять этого. Если вы скажете, что никто не понимает то, что толку, что вы говорите, пытайтесь помнить то, что вы хотите совершать Кришна-баджан. Кришна-баджан, он не так дешев. Любая сиданта, произнесенная Шримана Махапрабху, мы можем обрести ее от Шрилы Прабхупады. Любую сиданту вичару и вичар Шрилы Радхарани можно найти в учении Шрилы Прабхупады, но не все могут следовать ему, ну хотя бы наполовину уже хорошо. Но не все готовы. И как мы можем тогда обрести? И вот я вчера говорил, главное то, что Гуру и Вайшнава, они могут привлечь нас подобно магниту, не забывайте об этом. Гуру и Вайшнава, они могут привлечь нас как магнит через свою харикатху, через свое учение и наставление. И Шрила Прабхупад говорит, это главное. Шрила Прабхупад говорит через наставление, учение через харикатху. Если мы не чувствуем влечения к наставлениям Гурудева, к его учению, то будьте уверены, он не садгуру. Это первое, чем Гуру Вайшнавы могут привлечь нас с помощью их уникальной харикатхи. У нас не будет возможности крутить головой направо или налево, даже не будет возможности посмотреть на майю. Такая могущественная харикатха. Мы вынуждены будем слушать Гурудева. И это садгуру тот. И тот садгуру, несомненно, кто привлечет наше полное внимание, тот, кто захватит наше внимание, и мы не, и у нас не будет возможности смотреть ни на какую майю. И через Вани Вайбав, Вани Сварупу, садгуру может поймать нас буквально, захватить. И поэтому Шрила Прабхупад много раз говорил, не пытайтесь ездить здесь и там. Вы должны уделять внимание. Вы должны занять свои уши
слушая Харикатху из подлинного источника. Я не какой-то университетский лектор. Вы не можете ожидать красивые слова от меня, поскольку я не занимаюсь лингвистикой. Вы не можете ожидать какой-то прекрасный язык от меня. А что вы можете ожидать? Прямое чувство Севы. То прямое чувство Севы, которое я получил от моего Парамахамса Гурупад Падмы. Сева и Сиддханта, они не отличны друг от друга. Понимаете, о чем я говорю? И что же вы можете ожидать? То прямое чувство, которое я получил от своего Гурудева, прямое чувство Севы, которое я обрел от Гурупад Падмы, он хотел вложить его в мое сердце. И этим я могу поделиться с вами, если, конечно, вы по-настоящему заинтересованы, тогда я смогу поделиться с вами, иначе буду молчать. Если вы по-настоящему заинтересованы, я могу поделиться с вами, иначе я продолжу молчать. Я могу говорить Харикатху под деревом баньяна, что плохого в этом. Хотя смотрите, лучше из Джагадгуру. Бхагаван Шанкар, Вайшнаванам Яташамбу, по него говорят, он говорит Харикатху перед всеми риши и муни, сидя под баньяновым деревом. В Бхагаватам это описывается. Вот после Дакша Яги, потом полубоги вместе с Брамой пришли и увидели, что он сидит под баньяновым деревом и говорит Харикатху. А сейчас люди чувствуют беспокойство, не могут в таких условиях слушать, иначе в чем проблема Харикатхана? Для Харикатхи нам нужна сатвик паривеш, такую сатвическую обстановку для проповеди нам нужна нам, и это зовется юкта вайраги. Для подлинной проповеди Шри Чайтанья Вани мы должны принять какие-то внешние такие вещи, и поэтому Шрила Прабхупад сказал, что мы говорим Харикатху здесь и там, в Калькутте и просто в прочих местах. Все приходят, знают не то, что Матаджи не могут прийти или Питаджи нет. Каждый может прийти. И вот они могут прийти. Но я вынужден сказать то, что у нас есть какие-то материальные представления об условленной душе. Они всегда заняты каким-то материальным даршаном. И вот я чуть ранее говорил, Рай Рамананда говорит: «О Прабху, кто ты, скажи». И после этого Махапрабху вынужден признать, но перед этим Махапрабху хотел обмануть его. Махапрабху говорит, это признак Махабхагаваты. Куда бы он ни шел, он везде видит Кришну. Это естественно, что ты Махабхагавата, и куда бы ты ни шел, ты везде видишь своего Иштадева, поклоняемого Господа. О Прабху, не обманывай меня, пожалуйста, скажи мне. И вот Бхактивинода Такур написал такой киртан, и завтра его день ухода, ну и также на следующий день Радха-ятра. Дехо, ой, гуру хори, ой, туки бхакти, чароне томар, каби хаби бало седино я. We will have to sing from heart. Мы должны воспевать всем сердцем, мы должны плакать. Мы должны петь эти киртаны и плакать. Перед Гуру Вардой. Too much material.
Обстановка, она очень скверна и очень сложно для кого-то концентрироваться на баджане, и у нас есть какие-то уникальные преимущества. Я говорю под именем Шрилы Прабхупады, что Нитьянанда Прабху и Бхактивинода Тхакура, наша Гурварга, они дали нам особые преимущества. Если мы откажемся от этих преимуществ, то тогда мы не сможем ожидать вечного блага, чтобы оно пришло в нашу жизнь в следующие миллионы рождений. В начале всего Шрила Прабхупад говорит, те, кто заняты какими-то внешними формами, те, кто заняты внешними формами, куда бы мы ни смотрели, мы видим только плоть и кровь. This blood and flesh conception. И эта концепция плоти и крови. This blood and flesh darshan, rakta mangsha, mangsha drik and veda drik. Есть два даршана, мамса дрик и веда дрик. Шрила Прабхупад всегда говорил об этом, вот о том, что есть мамса дрик и веда дрик. А наш даршан, куда бы мы ни смотрели, мы видим только плоть и кровь. Jahan-jahan netto pare, tahan Krishna spure, Mahabhagavat. But jahan-jahan, whenever I look, I can find В Махабхарате говорится вот так, а мы, куда бы мы ни смотрели, видим только материальные вещи. Когда мы осознаем, что наше тело просто мешок с плотью и кровью, тогда мы станем буквально ненавидеть свое тело. I am wasting so much time. Жалею, что так много времени тратим на еду, сон и остальное. When I can start hating my body. Когда возникнет такое чувство неприязни к своему телу, то тогда в тот день, когда мы, у нас возникнет такое чувство, когда прекратится всякое влечение к своему телу и все телесные концепции, это будет зеленым светом на пути нашего Кришна Баджана на Бенгале. Есть такая пословица. Шямракхина кулракхи. Если я хочу сделать все, что для того, чтобы родственники были довольны, то Кришна не будет доволен. А если мы делаем все, чтобы Кришна был доволен, то наши родственники не будут довольны этим. И вот мы должны решить, что же делать. Это зависит от нас. Но так или иначе, Бхактивинода Тхакура в Саджана Тошани пишет, что любое количество нашей проповеди, любое количество проповеди без ачарона, оно не может дать никакого должного результата. И вот любое количество харикатхи, харикиртан не может дать результата в этом случае. Что значит харикатха? Харикатха значит, почему ачарья так важен, поскольку ачарья может изменить сердце обусловленной души своим влиянием, и поэтому ачарья мам виджаньят. И каждый говорит, что я ачарья. Но далеко не каждый может действовать как ачарья. Обусловленная душа никогда не может быть ачарья. Есть определенные признаки, мы очень глупы. И вот можно видеть, многие люди книги Госвами избегают всячески. И некоторые под Харибаджаном понимают совсем другое, не то, что Шрила Прабхупад хотел сказать. Шрила Прабхупад сказал, если вы решили совершать Харибаджан, то ваша первая обязанность – это избегать асатсанги. Вы должны выкорочевать этот корень асатсанги. Как можно видеть, кто-то ест много какой-то еды, но из-за того, что глисты в нем живут, эти глисты все поедают, а человеку ничего не остается. Это говорит Шрила Прабхупад. Такой пример приводит. И пытайтесь посчитать.
как, насколько мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада всегда хотел дать нам такой совет, чтобы мы прекратили асатсангу осознанно или неосознанно, так или иначе, обусловленная душа не может избежать асатсанги, ментальной, физической, умом, телом или еще как-то. Все время мы совершаем асатсангу так или иначе, прямо или косвенно. Триданди саньяс – это не так просто, и поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если количество саньяси и брамачари увеличивается, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что это шутки майя. Люди думают, что жить в отреченном укладе жизни очень просто, но никто не знает тяжелых последствий, если сделать это неправильно. Если кто-то просто собирает подаяние, но не совершает баджан, то какой плачевный результат он получит в следующей жизни. И вот совет, который дает Шрила Прабхупада, готовы ли мы принять этот первый совет Шрилы Прабхупады, осознанно или неосознанно? Почему я говорю так много сокровенного из баджана, для того, чтобы, по крайней мере, спасти кого-то? Я знаю, каждый прыгает буквально в огонь, но, по крайней мере, я попытаюсь их спасти. И вот как кто-то думает, что его положение очень хорошо, но что же это на самом деле? Махарадж пример приводит. You are already in frying pan, and from frying pan you are going to jump into glowing fire. What is the difference? Ну, часто бывает у людей такое положение, что они буквально находятся на сковородке, которая на огне, меняют свое такое положение просто на огонь, а толку от этого нету. И вот так или иначе избегать асатсанги — это не так просто. Есть один путь, я могу показать вам. Я повторю, что Шрила Прабхупад сказал об этом. Есть единственный путь. И каков же это путь? Когда вы полностью заняты в Гуру Севе, это единственный путь. Когда вы полностью заняты в Гуру Севе, и это обязанность Гуру Дева взять вас и помочь пересечь этот материальный океан. Это обязанность Садгуру и Вайшнавов. Это не наша обязанность. Наша обязанность в том, чтобы предаться полностью Гуру и Вайшнавам и следующее за ними. Гуру и Вайшнавы, они спасут нас от майи. Это автоматически произойдет. Это естественная процедура, единственная. А мы всегда, к сожалению, заняты какими-то внешними вещами. И такой даршан, куда бы мы ни смотрели, мы всегда видим, смотрим и видим такие скверные материальные формы крови и плоти. Только видим только материю. Шрила Прабхупад говорит, да, даже до тех пор, пока мы не избавимся от влияния истории и аллегории, и вот до тех пор, пока мы не избавимся от влияния истории и аллегории, мы не сможем начать настоящий харибаджан. Но некоторые даже во сне не могут представить этого. Люди могут запомнить тысячи книг разных философий, но чувство обрести то, что хотел сказать Шрила Прабхупад, там, да, не так просто. Но это не значит, что мы должны избавиться от книг Шрилы Прабхупады и что-то еще делать. Наша Гуру Варга Сиддхартха Госвами Махарадж сказал, что Сиддханта
Шрилы Прабхупады, она подобна кокосу. Кокос снаружи очень тверд, очень тяжело его открыть. Птицы, если какой-то птице дать, то есть кокосы никто не ест. Ну, никакие животные и птицы, но имеется в виду не открытые. А если кто-то откроет, то там сладкая вода и этот малай, как этот, как кокосовый орех, сам нарил называется. И вот наша Гурвага говорила о сыновья, смотрите, силы вы не можете войти в область Шрилы Прабхупады. Область Шрилы Прабхупады — это его сиданта, его вечера. Так просто мы не сможем пойти на путь прийти к Шрилы Прабхупаде, поскольку у нас есть какие-то материальные идеи. И если вы силы хотите войти в эту философию, то ваши попытки будут обречены на провал. Как вы хотите, например, перевести Шрилу Прабхупаду, и кто-то, переводя, меняет значение, думает, что они английский лучше знают, чем Шрила Прабхупада. Но внешние слова не столь важны, нужно пытаться получить чувства. Кто-то возгордится настолько, что хочет очистить язык, на котором написан гармонист, это такой старый английский того времени, когда это писалось. И, как ни странно, нет никого, кто бы возмущался. Все заняты какими-то своими делами. И нет никого, кто мог бы протестовать. So, first of all, и вот в начале всего материалисты с материальными усилиями, они не могут обрести даршан, сиданту, вичар, Шрилы Прабхупады, но мы можем войти в эту область. Однажды один преданный вот с храма пытался жить со мной, он не образованный, даже писать не умеет. Но постепенно он слушал харикатху и после этого запомнил все, потом совершил оскорбление какое-то, пал, это уже отдельный случай, но раньше даже какой-то великий пандит, он изучал Сиддханту Шрилы Прабхупады, но не понимал его. Вот тут, как ни странно, понимал, несмотря на отсутствие всякого образования. So you are educated, not educated, that's not и вот поэтому, насколько вы образованы, это не столь важно. Автоматически вы можете развить такую чувствительность и поймете, что Шрила Прабхупад хотел сказать. Материалисты, те, у кого есть какое-то лицемерие, они не могут совершать харибаджан. Они никогда не смогут совершать харибаджан, и как мы можем ожидать, что они получат, обретут даршан сиданты Шрилы Прабхупады. Мы можем получить вход по милости Шрилы Прабхупады. И вот вчера я говорил, что те, кто чувствуют влечение или отвращение к каким-то материальным вещам, те, кто занят чем-то внешним только. И это зовется, и вот такой, это даршан зовется даршан плоти и крови. То есть если люди видят только какие-то внешние вещи, привлекаются или отвращаются от них, и это не позволит нам войти на путь харибаджана. Вы можете вспомнить, что сказал Махапрабху вчера также. Я говорил, но очень обширная тема.
Все, что я говорил по милости Нитянанды, но все же я не всегда чувствую удовлетворение. И вот можно вспомнить, что сказал Махапрабху. Акарат Веда, вот эти слова. Вишои материалисты. Они и Махапрабху вот образ женщины даже, те, кто входят в отреченный уклад жизни, они должны быть очень осторожны в общении с материалистами, как мужчинами, так и женщинами, и вот женщинами все время. Они должны быть очень осторожны, у них должен быть должный даршан. Махапрабху почему говорит? И тикакары, те, кто пишут комментарии Бхактивинода Такур, он говорит, даже и вот пример приводит, что если змеи нет, а что-то похожее на змею, то люди пугаются. И вот Махарадж был в Гокуле однажды в своем баджан-кутире, и вот с утра проснулся, смотрю, змея какая-то, но не двигается, и думаю, что почему не двигается. Вот он думал, Господь есть, и змея не укусит его, но потом, когда солнце взошло полностью, Махарадж ждал вот восхода, увидел, что это не змея, а шкура этой змеи. Ну, похоже, очень сильно в темноте была. И вот эта шкура змеи, она очень похожа на змею, и многие боятся ее, хотя это не змея. External design of snake is also very dangerous. Similarly, external design, safe and design. If you at all have this kind of darshan, safe and design, then if you are going to watch a woman, it's dangerous. И также, если мы вот смотрим на женщины, то это тоже очень опасно. И Махапрабху сказал, даже вот статуя, модели женщины, манекен какой-то, тоже очень опасен. Ну, можно привлечь, имеется в виду, к формой. И Рупа Госвами Пад, он провозгласил перед Господом: «О, Прабху! Прабху, better you can keep me inside a case. Лучше помести меня в какую-то пещеру и зажги вокруг огонь. И это лучше. Но не позволяй мне находиться с материалистами, с вишоями. We are not going to get that place of Harikatha because that man is businessman. I am not going to invite snake into Bhajan Kutir. Anywhere, I can throw this opportunity. Like dustbin, like, you know, garbage I can throw. I don't need this kind of. So, any shape and design also dangerous. Oh. Shape and design, if you have any material darshan, Rupa Goswami Pad speaking, Baram Hutavaha Panjarantar Vyavasthiti. Baram hutavaha jala panjarantar vyavasthiti. Hutavaha jala panjarantar vyavasthiti. Better if you, Prabhu, you can keep me inside a case. И вот он говорит: о Прабху, лучше, если ты поместишь меня в пещеру и зажгешь огонь вокруг костер, но не позволяй мне общаться с никакими материалистами. Могут они быть в форме ачарьи, саньяси, брамачари или домохозяев, но мы хотим избегать материалистов. Мы хотим избегать их. Обычные люди настолько глупы. Я вот был в доме одного богатого человека. Не Махарадж был, а вообще кто-то был и рассказывает, что в доме у того богатого человека столько картин Кришны, вот он такой преданный. Я сказал, что это глупо.
тот человек, он не настоящий преданный, он вешает изображение Кришны, Кали, Даман Лилы и прочих Лил Кришны для своего чувственного наслаждения. Он может утром пить чай там и смотреть на изображение Кришны, Кали, Даман Лилы, Радхарани и прочего. И получается, что Кришна... Но Кришна служит для украшения его дома. Это глупо. Вот наши предыдущие ачарьи хотели спасти нас. Если кто-то мне даст 500 лет, то я сомневаюсь, что за эти 500 лет я смогу очистить этот мир от майявады и прочих сферных представлений. Каждый думает, что он дует Кришна Баджан и... Но как исправить ситуацию? Многие не понимают таких простых вещей, например, склонность к наслаждению и преданность. Даже не видят разницы между этими двумя вещами, хотя люди вроде долгое время совершают баджан, но таких простых вещей понять не могут. И как они могут ожидать прогресса? И вот... Во Вриндаван много богатых людей принимают, едят всякие сладости, даршан бихариджи получают. Но происходит так, что количество мусора на пути баджана только увеличивается. Если у нас есть подлинная любовь к Шриле Прабхупаде, мы должны пожертвовать своей жизнью ради этого. Женщина, вы мужчина, не столь важно. Вы должны посвятить свою жизнь и показать, что вы пытаетесь, по крайней мере, очистить это течение учения Шрилы Бхактивинода Тхакура. И вот Махапрабху говорит, лучше, если мы отравим, примем яд или совершим самоубийство, но это лучше, чем, находясь в отреченном укладе жизни, вести свою жизнь таким недостойным образом, хуже, чем какой-то материалист. This is not allowed. Это не позволяется. Anyhow, I cannot confess. Так или иначе, я не могу признать. You all can leave me alone. I know. You can leave me alone. Вы можете оставить меня одного, уйти, оставив меня. Все же я не признаю. I'm not going to confess. Вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, любое количество харикатхи и киртанов, оно не принесет нам должного результата до тех пор, пока мы не утвердились в ачароне, в идеальном поведении, в идеальном характере. Если наш ачарона и наша харикатха все находится на одной линии, это Шрила Бхактивинода Тхакура говорит в Саджанатошине и прочих местах, и тогда, несомненно, от таких преданных мы будем получать помощь. Но опять же, если мы получаем помощь от каких-то домохозяев, это не значит, что мы должны им постоянно льстить и прочими вещами заниматься. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что если мы продадимся буквально таким домохозяевам, то наша проповедь, она бесполезна. И она закончится. Такая наша проповедь, если мы слишком будем привязываться к
because he is influential, has some money, social position, going to influence you. You are going to lose your own position. You are deviated from the отклониться от своего собственного положения. Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Джагадгуру никогда не хотел идти ни на какие компромиссы. Шрила Прабхупад был в доме, был в домах каких-то преданных, как, например, Парамананды Прабху или Апракрита Прабху, но он никогда не шел ни на какие компромиссы. Лучше, если мы своим поведением, своим характером мы изменим их сердца, а идти с кем-то на компромисс – это нехорошо. You don't know how to preach, because то есть далеко не все знают, как проповедовать должным образом. А почему? А потому что не проповедуют себе. Сначала мы себе должны проповедовать. Если мы успешны, то тогда мы можем проповедовать снаружи. Иначе такие люди, которые не умеют проповедовать, занимаются только проповедью, продажей, просада там, фотографии, благовония и прочего. То есть не проповедь, а коммерция получается. Махапрабху говорит, что любой даршан должен быть. Любые материальные представления, они должны быть откинуты, отказаться мы должны от них, поскольку у нас есть такое скрытое пассивное вожделение. То, что говорю, пытайтесь понять, не гневайтесь. Если вы гневаетесь, то я, конечно, не обижусь. Почему я вчера так жестко говорил? Те, у кого есть скрытое вожделение, они иногда привлекаются какими-то материальными вещами, женщинами там, или еще чем-то. А те, кто очень скверны, грязны, те, у кого есть склонность только к коммерции, они привлекаются деньгами, положением в обществе, и куда бы они ни смотрели, они видят только деньги. Так много денег в Америке, например, и можно поехать туда и собрать. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, это что некоторые люди очень привязаны к деньгам и путешествуют везде, вроде бы для проповеди, а по факту для сбора денег. А те, кто саду, они видят везде Кришну, они во всем мире видят только Кришну, они все это. First of all, that's why I told you will have to realize that your body is full of is sack. Поэтому я говорил, что мы должны осознать, что наше тело просто состоит из каких-то материальных вещей, плоти, крови и всего остального. И когда мы осознаем это и потеряем привязанность к телу, то тогда мы сможем начать настоящий харибаджан. I cannot do Hari Bhajan properly. When we can get that kind of feeling. И когда у нас возникнет такое чувство непривязанности к своему телу,
Это будет зеленым цветом на пути Хари Бхаджана. Куда бы мы ни смотрели, мы увидим, что Гурудев, он приходит нам, к нам в различных формах. Гурудев, он проверяет нас, приходя в той или иной форме. А если мы проповедуем в обусловленном состоянии, то только один мусор вокруг будем собирать. И Бхактивинода Тхакур и Шрила Прабхупад, они посвящают свою жизнь для очищения этой намахаты, рынка святого имени. А мы настолько бессердечны, что не хотим кооперироваться с ними, чтобы очистить намахату. И мы выступаем против так Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура и хотим следовать такой сахаджийской процедуре. What you are doing, you don't understand. What kind of garbage you are making in the name of, you know, preaching, you know? Even a child in Gaudiya society, даже дети в Гаудия обществе, they can understand this Siddhanta. Very simple Siddhanta. Они понимают эту простую сиддханту, то, что гуру и вайшнавы, они никогда не рождаются согласно последствиям своей кармы. Даже ребенок, он может понять это. Но не все мы понимаем, к сожалению. Кто-то переводит и неправильно получается. Или кто-то пишет то, что... Ну что-то неправильно. Чистые преданные, они никогда не страдают от последствий своих действий. Их лилы такие, как рождение и уход, это все происходит по милости Верховного Господа. И оскорбительно думать, что преданный родился в какой-то низкой касте, или там в семье мусульман, хотя внешне глупо выглядит такое рождение, или может все тело преданного подвергаться каким-то болезням, но за это какие-то причины есть, почему Кришна наслал болезни на него, почему Кришна сделал так, чтобы Харидас явился в семье яванов, почему сделал так или иначе, чтобы кто-то вот родился в какой-то низкой семье. Почему? Какова причина за этим? Будьте уверены, что не так внешние страдания вайшнава, они не причиняют ему никакого беспокоительства, он всегда находится в вечном блаженстве. А люди, которые опьянены своим удовлетворением чувств, они ничего не знают о подлинном положении дел. Они могут быть богаты, иметь миллионы долларов. И вот такие люди, они могут из-за своей тщеславности, они не могут, не всегда могут выражать должного почтения гуру вайшнавам. И вот на самом деле, вот и некоторые люди еще настолько горды, что ну что, не изменяют письма Шрилы Прабхупады. И такие люди обычно из-за своего богатства они гордятся своим положением. Но смотрите, Джарасандха, он был очень могуществен. Или Хираньякашипу. Они очень сильны были. И Равана, но все не майявади.
и те, кто переводит неправильно, искажают послание Шрилы Прабхупады, они тоже демоны. Это не служение ихнее, а просто какая-то майявада. Как Камса и прочие, они все майявади, но будьте осторожны. Они хотели показать. А имейте в виду, эти Камса и прочие, они такие большие хулиганы, что никто не может сравниться с ними. Дурьотхан, он тоже был большим хулиганом. Он, этот Дурьотхан, хотел показать свой хулиганизм перед Баладевом. И что Баладев сделал? И вот такие эти демоны, они слепы, поскольку Баладев пришел сюда, в этот мир, чтобы найти решение о Ядава. А Дурьотхан оскорбил Ядавов. И после этого Баладев, он хотел дать должный ответ. И вот Махарадж говорит, что сейчас какие-то демоны могут быть очень богаты, очень тщеславны, но они не больше, чем Камса или Хираньякашипу. Они точно уж не больше, чем Джарасандха или Равана, или вот все прочие демоны, которые были во время Кришны. То есть они не такие могущественные, как Дурьотхан. А Дурьотхан был наказан Баладевом. И вот любой хулиганизм, я вот бросаю вам вызов, любое количество хулиганизма. И вот если выступать против чистых гуру вайшнавов, то вы все вместе со своим обществом будете разрушены, сгорите в огне. Шрила Прабхупад говорит, для кого я говорю харикатху? Я говорю харикатху для полного удовлетворения Верховного Господа. Я не говорю ради вас или еще ради кого-то. Я говорю для того, чтобы Господь был доволен. Шримад Бхагаватам мы находим такие слова. Почему те саду, они льстят каким-то богатым людям, чтобы получить что-то от них? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если кто-то помогает нам в нашей проповеди, какие-то домохозяева, но это то, что они помогают, это хорошо, но это не значит, что мы должны идти у них на поводу. Почему я говорю харикатху? Для того, чтобы Верховный Господь был полностью доволен. Я говорю ради удовлетворения Верховного Господа. И вот говорить харикатху ради Господа и ради людей – это совершенно разные вещи. Шрила Прабхупад говорит, что если даже весь мир он обернется против меня, то я в этом случае не изменю мои сиддханты. Даже в этом случае я не поменяю мои сиддханты. Если они хотят напасть на меня, пускай нападают. И та абсолютная истина, ради которой я говорю харикатху, говорю об абсолютной истине, и эта абсолютная истина, она вынуждена прийти в этот материальный мир, чтобы спасти меня, и этот самый абсолютная истина, она придет к нам, как перед Прахладом Махараджем. Нарисимхадев пришел. Нитянанда Прабху Баларам Пашанда Даланбара. Нитянанда Прабху он забрал. Он разрушил всю программу этих майявади. У меня нет времени спорить с ними, я буду говорить только харикатху. И те, посвятившие себя души полностью, которые посвятили себя Шриле Прабхупаде, они должны
также готовы посвятить себя ради проповеди учения Шримана Махапрабху Чайтани Вани. А если они не могут, то лучше, если они вернутся домой, как обязанность участников Гауди Матха. И вот сейчас через и вот когда разные проблемы возникают, то это абсолютная истина, она вынуждена явиться в этом материальном мире, чтобы защитить нас, защитить тех, кто говорит о ней. Она может явиться в любой форме, чтобы защитить нас, и я не боюсь поэтому. И вот это, я очень опечален, как они могут, кто-то осмеливается менять слова Шрилы Прабхупады, как кто-то, например, изменил слова Шрилы Прабхупады на то, что гуру вайшнавы рождаются согласно своей карме, но это в корне неправильно. Если бы Шрила Прабхупада узнал об этом, он бы ударил тапком такого человека. И вот, к сожалению, это цели таких демонических людей, чтобы изменить цитаты Махаджан и свои собственные слова вставить вместо их слов. И вот такие демоны хотят избавиться от наследия Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура и оставляют свою отсебятину. Но такая отсебятина, она достойна только того, чтобы быть в мусорке. И, так, к сожалению, такая ситуация. Почему Махапрабху, он, пытайтесь понять правильно, в Бхагаватам описывается. Почему в Бхагаватам то или иное описывается, вот эти слова, например. И вот Вьясадев Госвами говорит, те, кто по-настоящему разумные, духовно возвышенные, самосознавшие себя души, они не должны находиться в каком-то... Они не должны находиться наедине с женщиной, даже с матерью, дочерью или сестрой, поскольку чувства, они очень сильные. Я много примеров привожу, чтобы у вас не было никакой возможности понять неправильно Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Тхакура. Почему в Бхагаватам говорится, те, кто брихат врати, те, кто дал обет следовать брахмачарье, брихат врати, даже они не должны прикасаться к женщине даже ногой. Ну, в Бхагаватам, опять же, не говорится, что можно как-то ударить женщину ногой, это неправильно. А говорится, что вообще никак, даже случайно нельзя прикасаться. Это очень чувствительная тема. Даже ногой случайно нельзя задевать, поскольку очень чувствительно это, что любое... что это может стать причиной падения с пути баджана, и чтобы... Мы, конечно, уважаем матаджи очень... Когда мы видим их, мы думаем, что они наши матери, и мы должны выражать почтение им. Уважать их всегда, но... Почему Махапрабху говорит так, что лучше принять яд и умереть, чем заниматься какой-то ерундой. Те нишкинчины, отреченные, те, кто хотят совершать Бхагават Бхаджан, тьяги, те, кто решили, что они будут совершать Бхагават Бхаджан. И вот те, кто хотят пересечь этот материальный океан Майи, для них дается такой совет, чтобы они были очень осторожны, не совершали никаких ошибок, поскольку если вы совершите ошибку, то жизнь настолько коротка, что
у вас не будет возможности и времени исправить эту ошибку. И вот Шрила Прабхупад дает нам такой совет для настоящего Харибаджана, для подлинного Харибаджана. Мы можем даже обмануть людей ради Харибаджана, но не ради чего-то еще, ради сбора денег или еще что-то, это неправильно. Но ради настоящего Харибаджана мы можем занять людей в служении. Если какие-то материалисты приходят, то можно как-то обмануть их, чтобы они не беспокоили нас, Харибаджан. Мы можем выразить ему почтение. И вот если наше выражение почтения кому-то даст нам преимущество в Харибаджане, то почему бы не выразить почтение таким людям? И это сокровенное Харибаджана. Я также буду говорить на эту тему Шрила Прабхупад и Радхадасе, и Махапрабху дал такой пример. И вот хотя и вот женщины такого легкого поведения, они могут быть заняты в какой-то домашней работе, но ум их сосредоточен на их любовники. Даже если такая женщина замужем, то она, если влюбилась в кого-то другого, кроме своего мужа, и чувствует влечение к нему, но все равно она свои домашние обязанности исполняет идеально. И постоянно думает о своем любовнике. И Махапрабху такой пример приводит, что мы должны такую же огромную любовь, огромное влечение иметь к Бхагавану, Верховному Господу. Этот пример дан Махапрабху, я не хочу еще каких-то примеров приводить. И вот Махапрабху говорит, то есть внутри такая женщина думает о своем любовнике, но внешне все свои домашние обязанности идеально исполняет. И вот если такое влечение, мы сможем огромное влечение, мы можем развить к Гуру Вайшнавам и Бхагавану, то это будет уникально, это будет великолепно. Поскольку этот материальный мир – это искаженное отражение того трансцендентного мира. Этот материальный мир – это искаженное отражение того трансцендентного мира. И вот в Бхагаватам Махапурана она никогда не говорит, что мы не должны не уважать порядки и правила. Махапрабху никогда не говорил нам, что мы должны оскорблять женщин. Нет, Махапрабху, он принимал прасадом с Сарабхаум Бхаттачарьи в доме Адвайта Гасая, Шринивасачарьи. Почему нет? Так много милости они получили, но внешне, когда Махапрабху, он принял саньясу, начал являть лилу саньяси. И вот Махапрабху, если показывает какой-то идеализм, то это наивысший идеализм. Если он показывает, являет лилу грихастхи, то это идеальная грихастха. И вот читание Бхагавата можно изучить этот вопрос, как он жил. Да. И также Махапрабху, когда показывает нам пример саньясы, идеала саньяса враты, то и это идеально совершенно. Это наилучший, наивысший идеализм. Yeah.
И вот эту шлоку мы можем обсуждать и там понять все, что показано Верховному Господу, это идеально. Если мы скажем, что Кришна вот лицемер, например, то Кришна он лицемер, имеет качество лицемерия в наивысшей степени. Кришна оставляет за собой право иметь все качества. И вот даже но вот это лицемерие для нас это опасно. И Гуру Вайшнава не совершает баджан, чтобы Кришна был доволен, и иногда эту формулу применяют. Шри Чайтанья Махапрабху, он всегда говорит об этом. И вот Махапрабху никогда не хотел, никогда не говорил нам, что мы должны оскорблять женщин или правила и предписания, принятые в обществе. Махапрабху просто хотел показать нам, что эта склонность к наслаждению Йошицанга, она очень и очень опасна. И такие люди, они никогда не смогут совершать харибаджан. Да, даже. И вот Махапрабху, если бы оскорблял женщин, то почему Махапрабху не наказал Рай Рамананду? Хотя Рай Рамананда, он помогал этим маленьким девочкам омываться, даже тренировал их. Он был этим учителем танцев, учил их танцевать для Джаганатха. И, ну, не просто учил, а все остальное тоже делал. Мыл их, массаж им делал, одевал и прочее, прочее. Махапрабху, он в сердце каждого находится в форме параматмы. Джаганат Валабхнатак. И вот эта поэма написана Рай Рамананды, она уникальна. И Рай Рамананда эту драму перед Джаганатхом хотел исполнить, чтобы Джаганатх был доволен, и поэтому все эти девочки молодые, Рай Рамананда тренировал их. Но Махапрабху никогда не гневался. Махапрабху знал, что Махапрабху, он являл такой идеализм, чтобы дать нам урок. И это очень чувствительная тема. Но если Махапрабху показал нам, что мы не должны даже видеть лица женщин, но если мы на проповедь отправляемся, то есть имеется в виду Махапрабху из Шрила Прабхупад, они хотели показать нам, что мы не можем проповедовать, имея склонность к наслаждению. Пока мы видим какие-то внешние вещи, мы не можем проповедовать. То есть если мы сконцентрированы на внешнем, и что Махапрабху хочет сказать. Если вы хотите узнать учение Шримана Махапрабху, вы должны прийти к Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуру, и тогда вы сможете понять. Махапрабху хотел избежать прямой связи с женщинами просто потому, что Махапрабху хотел показать нам идеальный пример. Перед Шрилой Прабхупадой тоже много женщин приходило, но Прабхупад никогда наедине с женщинами никогда не встречался, поскольку он показывал идеальный пример. Я много раз говорил, что с проявлением уникальной ачарьятвы Шрилы Прабхупады все другие так называемые ачарьи, они, ачарьятвы, точнее, другие идеалы, они оказались неавторитетными, какими-то ложными. И вот с проявлением уникальной ачарьятвы Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура, Джагадгуру, все другие ачарьятвы, идеалы, они оказались ложными. Я не хочу вас находить недостатки в других. Я не говорю, что вы должны так делать. А я даю вам лекарство, с помощью которого вы можете защитить себя. А если вы думаете, что Махараджа действует по-другому, то я могу прекратить свою харикатху и
Я никогда не говорил, чтобы вы находили недостатки в других. Это не моя цель. Моя цель, я сидена в Ясасане, обещаю вам, что моя цель в том, чтобы защитить Сиддханту, чтобы остановить всякую ересь, которая происходит, чтобы... чтобы увеличить количество участников Вишавайшнава Раджа Сабхи, к лицемерию мы ни в коем случае не должны прибегать. И вот с проявлением уникальной ачарьятвы, уникального идеализма Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура, Джагатгуру, все другие идеализмы, они оказались ложными, неавторитетными. И вот кто-то из них, кто-то вот являл какую-то ачарьятву какое-то время, а потом, когда, ну, имеется в виду, следовал каким-то идеалам, а потом, когда куда-то перемещался, то на проповедь или еще куда-то, то переставал следовать. Но это неправильно. Если вы будете ждать бесчисленное число времени, то если Шрила Прабхупад не позволит нам, то мы не сможем получить надежды. И вот идеализм каких-то людей, он не всегда идеализм. И вот иногда люди показывают какой-то идеализм на 20%, на 30%, но он не вечен. Вечный идеализм, показанный Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Такур Прабхупадой, Шрила Бхактивинода Такуром, Шрила Шридхар Госдев Госвами Махараджем, Шрила Кеша Госвами Махарадж. Они не могли позволить нам даже иметь какую-то возможность неправильно понять их. Гуру Вайшнавы настолько милостивы, что они всегда следуют тем же самым правилам и предписаниям, а не так, что перед вами следуют одному, когда вы уходите, второму, когда еще приходит третьему. Нет, они так не делают. Они всегда следуют одним идеалам, и поэтому чистые гуру Вайшнавы никогда не могут показать никакого лицемерия. И таким образом такая ачарьятва, такой идеализм показан только Шрилы Прабхупады. И вот насколько мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады, мы должны понять. Мне нужна помощь ваша, чтобы вернуть то, что было раньше, чтобы убрать это осквернение, которое сейчас появилось. И я прошу всех преданных. Все преданные, не то, что если кто-то там женщина или не женщина, кто-то ученик или не ученик, нет. Вы все мои гуру, так или иначе вы даете мне урок. Я от вас что-то узнал, от вас. И вот я узнаю от каждого что-то, и поэтому не пытайтесь понять неправильно Шрилу Прабхупаду. Я много вещей хочу сказать о проповеди Шрилы Прабхупады, о том, что мы сейчас делаем. Но вчера я сказал об одной шлоке, сейчас я хочу объяснить ее ради пратишти, если кто-то заявляет, что я ученик Шрилы Прабхупады, если вот получил кто-то харинам от Шрилы Прабхупады, и он так всем заявляет, что он ученик Шрилы Прабхупады. И вот есть такие люди, которые заявляют, что они ученики, точнее то, что они получили харинама дикшу от Шрилы Прабхупады или от какой-то авторитетной гурварги. И они говорят, что гурварга одобрила их, но это неправильно. Все, кто пришли к Шриле Прабхупаде, они не все успешные. Это такая лила. Снова я говорю, что я не хочу находить никаких недостатков в других. Я хочу представить Шрилу Прабхупаду.
Это я хочу и могу сделать, если вы думаете, что это неправильно или неправильно понимаете меня, то что мне делать? Не каждый, кто получил дикшу Харинама Чилы Прабхупады, они его спутники. Это глупая кто-то концепция, кто-то ради славы, почета. Часто можно видеть, что они оставили Чилы Прабхупаду, приняли какого-то другого гуру, но тем не менее не стесняются называться учениками Чилы Прабхупады. Иногда даже пишут все против Гаудия Матха, выступают против Гаудия Матха, но и такие люди, они демоны. И вот автоматически мне не нужно даже делать что-то против них, они сами уничтожат себя автоматически, это подобно проклятию. Я не буду их проклинать, а это само произойдет. А я всегда хочу, пожалуйста, если они могут изменить свое настроение, следовать пути Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, это очень хорошо для них. Я не буду как-то враждовать с ними, все мои друзья, как Прабхудананда Сарасвати Пад говорит. Данте стинакам нидхайо падайор нипатто Какушат этадхам бабрами Кешадаво сакалами бабихайо дура Чайтанна чанда чаране курутанурагам Чайтанна чанда чаране курутанурагам. And Chaitanya Chanda Charane Kurutanu Ragam, when you try to increase your attraction and love for the lotus feet. И вот эти слова значат, что мы должны увеличить нашу любовь и влечение к Шри Чайтанья Махапрабху. Но эта процедура открыта для нас только если мы пойдем через Шрилу Прабхупаду, Бхактисиддханту Сарасвати. И вот каждый может стремиться к Пратиштхе и говорить о том, что их бабушка или дедушка, там, спутники Шрилы Прабхупады, но это не так просто. Только те, кто готовы посвятить свою жизнь и душу ради Шри Чайтанья Вани, как это показано с Шрилой Прабхупады, они вечные спутники Шрилы Прабхупады. А те, кто отклонились от пути Шрилы Прабхупады, они ни в коем случае не спутники его. Шрила Прабхупад, конечно, может спасти их в какой-то день, но не каждый, кто приходит к Шриле Прабхупаде, они сразу его паршады, спутники. Нет, паршады – это те, кто посвящает свою жизнь и душу ради Шри Чайтанья Вани. Как это показано Шрилой Прабхупады. И таким образом мы должны служить, мы должны посвятить свою жизнь и душу ради проповеди Шри Чайтанья Махапрабху. И те, кто это сделал, они вечные спутники Шримана Махапрабху. А если каждый паршат, то это бестолку. Для Шрилы Прабхупады приходить в этот мир и уходить, никого не спася. Это бесполезный сиддханта получается. Но в то время, как мы находим, Панамами сада Прабхупаду падам, Панамами сада Прабхупаду падам, Панамами сада Прабхупаду падам. Кипая, what is written? It is the Парамангса Барам Парамартха Падим. И вот что говорится тут. Спасти обусловленную душу. Для этого Шрила Прабхупад пришел, а те люди, которые заявляют, что те, кто только получил посвящение у Шрилы Прабхупады, он уже его личный спутник, но нет. Шрила Прабхупад, он пришел спасти падших душ из этого мира. Если просто бы он пришел со своими спутниками и ушел, никого не спася, то это неправильно. И вот смотрите. Бхагавад-бхаджан унмукасья парам парам джива миша бхава саграсва
сандаршанам вишаянам атхо жешитананчо ха-ханто, ха-ханто, вишабхакхана топья садху. Шрила Прабхупад. Прабхупад used to strike his own head with hand. Он говорил, о, я хотел так много дать вам, но я не нахожу достойных, кто мог бы принять этот дар. Они идут в каком-то противоположном направлении.